череда сменяющих друг друга спикеров, новые идеи, знакомства с друг с другом и поиск ответа на главный вопрос. Какими должны быть кооперативы 20-х и 30-х годов этого столетия? Таким запомнилось пленарное заседание первого всероссийского форума «Новая кооперация». Масштабное событие развернулось на главной спортивной площадке Ульяновска «Волгоспорт-арена». Форум проходит при поддержке Центрального союза потребительских обществ Российской Федерации. Важна не потребительская кооперация, а кооперация в целом. И слово, которое я вкладываю в кооперацию, это объединение, единение людей. Вот сегодняшний форум продемонстрировал, насколько это все важно. Когда люди работают на единый интерес, когда объединяются, когда каждый решает какую-то свою задачу, и получается в целом интересное, хорошее дело. Встреча представителей кооперативного сообщества, студентов образовательной системы потреб коопераций, руководителей федеральных органов власти и крупнейших российских компаний прошла без галстуков. С трибуны то и дело звучали новые предложения, идущие в ногу со временем. Все, что касалось модернизации кооперации и выведения ее со слов экспертов на уровень 4.0. Губернатор Сергей Морозов, к примеру, заявил о зарождении нового масштабного проекта. В частности, планируется переход спортивных объектов сельской местности под крыло спортивного движения Центра Союза страны. Что касается конкретно прямо Ульяновской области, я могу сказать о том, что вот за последние годы, вот как минимум два года, то, что мы с Дмитрием Львовичем очень тесно общаемся, нам удалось создать практически более трех десятков крупных потреб кооперативов. Но и это не все. Мы создали почти 8 тысяч новых рабочих мест. Форум новой кооперации нацелен прежде всего на талантливых и амбициозных молодых людей. В их поддержку в регионе учредили именную стипендию губернатора. Ее присваивают студентам, отмеченным нагрудным знаком Центра Союза «Молодой лидер кооперативного движения России». Орден в стране есть только у 6 ребят, в их числе и 2 жителей Ульяновской области. В присутствии гостей под прицелом видеокамер Сергей Морозов вручил именную стипендию студенткам Ульяновского техникума экономики и права Центра Союза Российской Федерации Виктории Мирончевой и Наталье Бойко. В пленарном заседании форума приняли участие приглашенные именитые гости. Поддерживая потребкооперацию, тем самым мы поддержим тех самых людей, которые до сих пор еще держатся за свои селения, деревни. Они еще не собираются даже завтра уезжать оттуда, собираются остаться, родить там детей, и следующие поколения, они, точнее, выстраивают свое будущее именно не с городами. На форум приехала трехкратная чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина. Вместе с Николаем Валуевым до пленарного заседания они приняли участие в открытии ФОКа «Фаворит». После совещания зал пресс-конференции не пустел долгое время. Все хотели сделать памятное фото селебрити спорта. Рената Льулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.